Я не считаю себя специалистом, знатоком персидской литературы, о чем очень сожалею, потому что то, что мне удается узнать, услышать, это носит такой фрагментарный характер, но это всегда вызывает особый интерес. Это касается и истории Ирана. Это часть мировой истории. И Иран – мировая держава изначально. Ее территория простиралась от Ближнего Востока и до Индии. Даже часть бывшего Советского Союза фактически входила в территорию древнего Ирана. Иран – это страна проторелигии заратустризма. А некоторые специалисты считают, что это источник и иудаизма, и христианства, и ислама в будущем. Но сейчас есть основания полагать, что зародился заратустризм на территории России, на Южном Урале. И вот в результате переселения народов, носители этой культуры религиозной, они оказались на территории Ирана в том числе. То есть я хочу сказать, что истории наших стран, они носят гораздо более их взаимодействие культур наших народов и наших стран носят гораздо более глубокий характер, имеют более глубокие корни, чем даже кажется иногда специалистам. И в этом залог того, что мы всегда сможем договориться по любым проблемам, которые возникают, потому что мы понимаем друг друга.